Добрый вечер, Узбекистан! Добрый вечер, друзья мои! Сегодня мы с вами отправляемся в Имамата-Кишлак. Посмотрим, как там живут люди. Там кто-то меня зовет или что это? В путь, друзья мои! Где зовут? А? Друзья, посмотрите, какая красота! Очень красиво. Оказывается, в Андижане такие прекрасные горы. И роскошное солнце вот держу в руках. Сегодня я иду знакомить вас с очередной семьей. Ассаламу алейкум, апа. Инечка, а чё мы? Яхшымысыз? Яхшымысыз келі. Яхшы ухвалы дамалдығыз ма? Яхшы дамалдысын келі. Яхшымысыз. А, рахмат. Бұл гушт, бұл... А, өзімізді барды. Қырық ол келмейм бе? Друзья, хочу вас познакомить. Её зовут Махпуза, апа. Сегодня я буду целый день с ними жить. Хаммасын курсатасыз мы Кишлак хайотын? Она все покажет, что они делают в Кишлаке и как они живут. Абдурашит ака. А помидорчики, говорит, мои. Баклажан. Перчики мои. Все поспело. Виноград зреет. Так, ну это да, краткая экскурсия по огороду. Хайванлар бар, етімде келкес насыр екен. А кім сіздің бар? Нема хайванлар бар? Мал бар. Бұры бар ма? Бұры бар. Волки, говорят, здесь есть. Как растет инжир, это для тех, кто не видел. Пішмеген бит? Пішкен, пішкен. Я говорю, так он же видно зеленый. Созрел, созрел, говорит. О, тут там. Алдам. Ну-ка, один жесткий возьмем. Ну ладно. Конечно, была, я здесь уже урожай собрала. Смотрите, какой сок. Она просто на арчипаче сидит. Она хуя обу не убили она. А я соса съемась. Он говорит, помыть надо. Я говорю, так съедим. Сіз қабығын емейсіз ма? Йок. А кто мне говорил, что надо инжир кушать с кожурой? Нет, Йок. Здесь не кушают. Қызымысыны қақық қойш керек. Зур пішкен. Такой сладкий вообще. Очень вкусный. Мой чуть-чуть не созревший. Бұл Қырғызстан ма? Тағыда арқасы Ош шахры. За этими горами уже находится Ош, друзья. Сіз қар күн бақта іш қыласыз. Іш қылама. Айланама. Суларым я қарайма. Каждый день, говорит, я на своем участке дела делаю, воду проверяю. Айланама, кружусь, если дословный перевод. Харакат қыласыз. Анамалар яллы да. Так вот, бұсы пішкен ма? Йо, бұл пішмеген, бұл кәсәрленген. Үліп кеткен? Кәсәрленген, мұна пішкен, яллы да, қауығы. Вот это уже зрелый грецкий орех. Ичінде уже қаты ма? Маңызы бар. Орехи уже поспевают. Участығы зор. Яқты ма? Яқты. Яқшы көріп қалды ма? Ой, келін уже там. Корову дойт, прям в поле. Пойдемте. Келін уже ждет. Пойдемте познакомимся с келін. Ох, как красиво. Сіз қазір кипаға кетесіз. Он сейчас уходит в горы, но вы с курешами. А, там все огород. Там тоже все участок. Токта. Узыгызге куча колдыгыз, да? Он в горах, посмотрите, разработал себе участок. Я аж поднялась. Сыз ургангансыз? Ургангансыз.
сіздің есіміңіз не ма? Мәдина хан апа. Менікі Эльвира. Эльвира хансыз мүмкін. Эльвира. Просто Эльвира. Ты говорит, будешь доить. Я говорю, сейчас будет корову доить, ты будешь доить. Корова добрая, добрая. Сами даете, у вас корова что-то недоброе. Она же говорит, мало людей видит эту корову. Вообще, ой, там курмягану. Лучше поэтому сегодня я обойдусь и прекрасно постою в стороне. Литр дан, алты литр? А, с 3 до 6 литров дает корова молока. Инжир настолько был сладкий, что у меня пальцы склеились. Прям вообще, вон. Это старшая келин. Сіздің гуштың пулі 85 мың кеча алдымын? Кыймат. Вчера купила мясо, здесь стоит мясо 85 тысяч, друзья, это больше 600 рублей. А сіздің бұл жайда елонлар бар ма? Здесь змеи есть? Да, есть. Да? Да, говорит, здесь змеи есть. Чаян бар. Чаян? Скорпионы есть. Курген бар? Харкун курасын? Хочешь говорить прямо сейчас покажем на камнях они. Хорошо, посмотрим попозже. Хозяин дома уходит на работу, в свой огород, в свой сад. Бобта курешам с яхшикан сезга. Посмотрите, видите, вот здесь вот гора разравнивают территорию. На это они начали делать с февраля месяца. Февраль дан, да, башфадыгыз? С февраля месяца. Ай, ай. А сегодня, на секундочку, сентябрь. Почти серединочка. Опку, я же ты такая. Опку и небо. Абдурашид Ака, друзья, летчик. Сам говорит, сделал беседку. Свекром хвастается. Посмотрите, это все сделали сами своими руками. Бунимагай. Вот утрыш. Это, друзья, смотровая площадка. Посмотрите. Красота! Чек, не чек, боже, я А, лестница, говорит, была. Друзья, вот вам утренние горы. Время 5 часов утра. Ох, красота! Послушайте просто этот звук. 5 утра, пока я по горам ходила, я устала. Чёрчадым пока юрдым тохларда. Ой, вот смотрите, солнце встает. Куяш, ухлаудан курады. Ош. Ош, привет. Ош. Сгани, чё, яш? 33 года. Шпионом, правда. Мы же вообще с другого места пришли, и он выходит. Интернеттен көріп, ата-бала ясады бұны. Да? Пақа бұл Өзбекистанда рекорд. Бұндан кәттілері бар дейін атырап. Бұл рекорд Өзбекистан. Это в Өзбекистане самый огромный стол. Рекордсмен. Рекордсмен, да. Иман Матак кишвакта бар. Иман Матак кишлағыда бар. О, это, посмотрите, горная вода. Ичмейін шындан ауыр. А? Ичмейін. А? Пить нельзя. Отсюда можно пить. Башка, башка. Привкус другой, говорит, минеральная вода. С минералами.
Посмотрите, какие родники, друзья. Красота. Мен келдім сіздің ойлаға, таныштым. Айттым. Мүмкін ме? Я вчера пришла в его дом, познакомилась с его женой и спросила, можно я у вас останусь? Вот так и осталось. А, башка анжир. А, это будет вот такой анжир. А базника будет вот такой. Другой сорт инжира. Молоко. Сюд, сюд, молоко. Все, иди, говорит, молоко, Айландр. Ух ты! Молоко! Молоко, молоко. Свежий молоко. Свежий молоко. Свежий молоко. Здесь молоко, вот много, друзья, вы спрашиваете в комментариях, почему они добавляют кипяченое молоко, почему они перекручивают кипяченое молоко. Не могла кайнат хансит бля классы. Мы за каймак ажирап чмин. Сливки отделяются легче и лучше. Если не будем кипятить молоко, сливки не будут отделяться. Сызна? Я говорю, красивая? Вот вы кустик, знаете, сызня, какая красивая. Черный, мам, черный. Ирина Ёшкина. Место у меня красавица молодая, говорит, 18 ей. Друзья, мы ждем, пока сливки отделятся от молока и выйдут вот отсюда. Кто вспомнил свое детство, как крутили сепаратор? Посмотрите, очень густой каймак, очень прям. Тамыс мы? Или просто эссеккере? Да, главное горячее молоко, чтобы было горячим. Можно отделять молоко от сливок. Варьяк мейману. Хамбасынна? Очень густая, очень. Ой, я такая радостная, что сметана выходит. Жаным был махапаса, лэм, бізге каймах бир. Я пляшырга керек, да хапа болмасын. Хапа болмасын. Надо разговаривать с сепаратором, развлекать его. Мой дорогой. Я пляшала, мне там пляшу был яма, воспитать его яма. Конечно, говорит, я разговариваю. Я же воспитателем была. Дети любят, когда с ними разговаривают. Я разговариваю, будь хорошим. Да, здесь воды не жалеют. Ведрами, ведрами. Мина, как кубулда. Сіздің мәйісләріңіз зор. Үзімдерді әкесі. Виноград. А, виноград. Виноград. Кеше көрдім и сразу лол қалдым. Очень красивый виноград во дворе растет. Это, друзья, самый популярный сорт винограда в Узбекистане. Хусайни. Вообще красиво. Че, Россияге барғанда бір көрген ол. Сіз бітлетчик әке? Он же на летчика учился. А сіз ішқалдығыз кем болып? Механик, авиамеханик. Авиамеханик? Вот это да. С летчиком почти познакомились мы. А сіз қайда оқыдыңыз? Шахрихон шахрыда авиатехникум барады. Шахрихон это бу жайда? Андижан области. Да, да, ну бу жайларда. В Андижанской области учился. Анда болды, да? Институт, летчик институт. Йок, йолады. Авиамеханик кто это? Все знает в самолетах, все знает. Летчик там купряк, бля? Больше, чем летчик знает? А допуска нет. Допуска нет. Ассаламу алейкум. Охочка зим, мен охочка зим. Слеяп. Хунса япты да, кету алма япты. Давлат хызматы да, его. А? А, кушать хламыз, говорит.
мне принесла? Кольге су береду, кызы. Мен уже юдам, виноград юганда. Изюмны юганда. Юдам? Юаларе. Келе, ен окузым ап келес, тохты. Окузым ап. Tamam yok ya şu yatağa pişken de bu üzüm. Paranca irtelek pişken? O yerde üydü salkını tosup oladı değil mi? Zez gıvarit umya saldırıyor şu yüzüm taş son tıpadı. Kabara mı? Почему ты едешь в Андижан? Что там? Işın var? Mümkün mü? Оставайся. Не уходи. Хазыр овкат иятсыз и мактапка жетер. Школу пойдет. Нечайка мактапка керек? Бисмиллахиррахманиррахим. Спортке кызыкады. Өзбекстан байрагын баланд көтөрөмөн дейди. Братишка говорит, со мной дерется. Рассказывает, что будет спортсменом. Узбекистан спорт такой тара, да? Да, какой тара. Поднимет спорт Узбекистана. Со мной дерется. Жизничек, тормошка тиктега, с кем там не стерда? Как вы поженились? Я влюбился в нее, когда увидел. Мы с одного кишлака. Яхши көріп қалдығыз, аяғызге? Сайсам бірінші той болған. Раса 40 ел өтті. Ой, они уже 40 лет вместе. 40 болды уже. Өтті 40 елден. 28 июнда болған тойымыз. 40 ел болды. 40 лет у них юбилей был, как они вместе. Так, ну, друзья, давайте я вам расскажу, какой это потрясающий, божественный вкус. Каймак сладкий, сметана сладкая, с оливочная, со свежим хлебом в 6 утра. Это просто прекрасно. Зор, маза. Верочка. Мы идем на звук. Слышите? Слышите? Чакам. Чакам, говорит. Ты, чакам. Я на перен. Йо-йо. Выходит у нас вкуснейший. Чистый орех. Я первый раз буду прям с дерева пробовать. Загадай желание. Бодан, надиле. Миндаль, грецкий орех. Бодан, янгок, таиле. Xanadanımızdan xanımızın xüberə qabılsın. Xatarımızdan xata olmasın. Şilərilər gəyəm, Allah ruhaq etsin. Şükəbsilər. Rahmat, rahmat. Tak, друзья, мы попили чай. Сейчас детей провожаем в школу, и я вам покажу, что мы будем делать. Ая, салам алейкум. Какой бантик у нее? Я себя, друзья, помню, когда я ходила в школу, у меня тоже был бантик. Волос не было, мне бантик чуть ли не вколотили в голову, но он был. Ассалам алейкум. А пана урасыз ма? Ёш сестру, да? Мейманна, яхшы бакшы. Яхшы кем сізге, сау болин. А сізне бит курямын ма, динахана пасы? Машинеге сап келады. Машинег положат и придет. Сделал себе качели, построил. Яхшы курасыз, да? Любит он свою качелю, а? Дам олады, залдам. Отдыхаю, говорит на ней. Стол расстелили. А теперь время круто. Будем, друзья, делать крут. Сыз крутно сатасма, узыгыз ясма? Еды болы. А, только узыгыз гаклассыз. Болылар еды. Только для себя говорите. Сотмеймыз, еды ищады болылар. Махтап кеп кетады, бохча кеп кетады. Дети только в школу носят, в садик носят. Мы его не продаем. А, попробуй, говорит. Жертвы. Не зор болат, то курган. Кислый, соленый, кислый. Очень вкусный. Тузыны кёпрак сез, некен куртоп ширин болат. Соли надо много, чтобы сильно вкусный был. Ширин болат.
Lekin biz nima turmush kun. Xo'jayinim aviatsioniya samolyot sozlaydi bitirgan. Samolyot meni bog'chaga kelgan. Ha? Bog'chani sizdan uchgan samolyot. Hamma deb kelgan turmush qurgan. Мой муж пролетал над садиком и мне махал сверху на самолете. Где она работала воспитателем? Хазер самолет варна курит, наверное, и сыгызга тширасыз. Чаман, да. Вспоминаю, говорит, когда вижу самолеты. Самолет там бахырман мы? Бахырган. Не, кричал. Машина не макалып, сигнал жа, вырылатып, машина маным. Бапас учкан, дарагларам шавада болып, хамма кикырган болалар, а, кикырышкар. Когда ее муж пролетал над ее детсадом, он ей крыльями махал, самолетными крыльями. Несколько раз кружился над садиком. Вот. Сибаш. Сибаш, турбуш курган. Да. Полюбили, замуж вышли. Тугадама. Все не осталось. Все сделано. Вот, оптал, я куянус, кечкача, я млянем, а вот я сейчас, друзья, думаю об этой истории, то, что муж пролетал над садиком на самолете. Это говорит оближи. Это же вкусно говорит, облизывай. Знаешь, молоко закипело. Каток кламус, мама. Сейчас будем делать катык. Так, друзья, мы идем собирать грецкие орехи. Сейчас я вам все это покажу. Кайца? Надо вот сюда. А, мы вообще наверх идем. Вода мы зурмы так стала? Ам, я ключ открыла, я не сразу. Что решили, она кого купит? Бобтом? Я новый купался. Бобтом? Ищи, я тут сарай ялар, барыка. Курина? Куриной. Она пикансен, да. Как будто... Лук улиц. Мама, юмша они. Басы юмша? Да. Мед. Реально мед. Пришли собирать не грецкий орех, миндаль. Миндаль как растет. Чундумен. Бадамовый дождь, миндалевый дождь. Ямгыр. Все, моя котенька. Посмотрите, друзья, вот это да! Пока просто говорит, собирай, чистить не надо, дома будем чистить. Посмотрите, друзья, сколько падает! Вот это да! Миндалевый дождь! О, купчика! Собираем. Харакат каламы. Был, каяр. Был, да, житамы? А, нет. Жиямы? А? Жиямы? Все, хватит, собираем. Собирайте.
Хочешь орешки кушать? Берешь и собираешь. А это джиасис? Они все собирают, оказывается. Друзья, здесь и кожурки мы собираем. Я их вытаскивала сначала, как-то нет, тоже нужны. Все это уходит для скотины. Вот тебе здравствуй, пожалуйста. Пособирай, потряси, ветка в глаз войди. И все, миндаль на столе, как говорится. Мимо! Самый настоящий, горный, полезный миндаль. Друзья, хочу вам показать, пока есть у нас такая возможность, как растет миндаль. Так, вот смотрите, выглядит он вот так, вот. Если шкурку убрать, остается вот такое, вот. Мы его срываем. Кушай, мама, а? Кидай, говорит, я в рот хочу, она кидай. Тахны, тахны, хламыс. Ой, тахны, агачны. Йо-йо, узим бананом, кожаном. Кай сусна, ана? А? Кетин. Ой, вот здесь, я сегодня сейчас трою, как сюда, а?